Готовлюсь к написанию портрета. Тут видно мои кисти, у меня очень много кистей. Буду начинать я самой-самой большой кистью работу. Честно, если бы я нашла кисть побольше, я бы была рада, я бы ей писала. Моя палитра. В институте у меня была деревянная палитра. Тут пластмассовая. На самом деле я использую немного цветов, из них смешиваю разные оттенки просто. На данной работе я использую синий, коричневый, белый, черный, желтый, красный, ну и оранжевый, по-моему, тоже добавила. Так как я пишу дома, я не использую разбавитель, а использую льняное масло. Оно не пахнет, так как разбавитель сильно не воняет. Начинаю работу. Намечаю силуэт. Смотрю, где находится, да, этот силуэт. Какого размера будет голова относительно холста. Сразу могу закрасить темные места, дабы мне было удобно найти правильные отношения. Вначале никаких деталей и все делаю большой кистью. Еще раз повторю, если бы была больше кисти, если бы я нашла ее, я бы рисовала, писала именно ей. Намечаю пятнами, где волосы, где нос, глаза и рот. И сейчас я предлагаю вам просто насладиться моим творчеством и в конце оценить результат. Получился. Первоначальный заказ был с черно-белой фотографии, но заказчик просил именно, чтобы портрет был цветной. Также я пишу постеры к любимым фильмам, сериалам. Спасибо за просмотр. Мне будет очень приятно получить от вас отзыв, комментарий.